Президент Садыр Джапаров в здании ЮНЕСКО в городе Париж встретился с генеральным директором организации Одре Азуле. На встрече глава государства отметил личный вклад Одре Азуле в успешное проведение реформ по процессу стратегических преобразований в организации, особенно по реформированию региональных представительств ЮНЕСКО на местах. В целях дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества наша страна приняла решение о переизбрании в руководящий орган ЮНЕСКО. Кыргызстан готов и далее проводить активную деятельность в подмандатных областях ЮНЕСКО и вносить свой посильный вклад в развитие и продвижение ценностей организации, подчеркнул президент. Также Садыр Джапаров акцентировал, что Кыргызстан высоко ценит поддержку ЮНЕСКО по сохранению ледников и управлению водными ресурсами. Вопросы экологии и сохранения биологического разнообразия для будущих поколений остаются приоритетами для нашей страны. Стороны выразили готовность развивать сотрудничество между Кыргызской Республикой и ЮНЕСКО, в частности, в сфере образования, в области сохранения нематериального культурного наследия, а также продвигать дальнейшие планы по реализации совместных проектов.